Всем привет! Сегодня у нас 12 июля 2019 года. Хочу показать вашему вниманию ранний сорт персика Кандер. Плодоносит дерево у меня не первый год, а как бы сортом доволен. Показывает хорошо устойчивость к такому заболеванию, как кучерявость листьев. Держит нормально морозостойкость, то есть подмерзание было один раз, у меня один год подмерзли почки. Вот так вот может облепливать, как облепиха. Размер тут не сильно, конечно, крупный будет на такой ветке, но так с такими носиками. То есть сорт шикарный для раннего, я очень доволен этим сортом. Такие плоды вот висят красивые, но тоже крупненькие. Вот висят два плода, сейчас сорвем. Держится на дереве вот довольно таки хорошо. Попробуем, какой вес у него. Вот такой вот громадный персик. Красивая краска у него такая рябая, с таким вот клювиком, если можно видеть. Такой сорт. Можно видеть. Такие клювики у него. На солнышке вот окрашиваются вот так. В более тени окрашиваются в такой оранжевый цвет. Сейчас обойду с другой стороны. Сорт этот как бы советую всем. Сорт очень, очень хороший, популярный. То есть зарекомендовал на территории Украины. Хорошо, его много кто знает уже, этот сорт. Опа, сейчас третий сорт, тоже такой хороший кабанчик. Опа, в руки не помещается. Вот такой вот размер может быть. Сейчас сложим, посмотрим. Тут солнце, ничего не видно, наверное. Сейчас пролезу. О, тут будет видно урожайность более-менее у него. Вот и внизу висят еще зеленые, даже размер не набрали. Вот так вот снизу было видно, сколько его висит. Такие подяки тоже видно, вот характерный клювик у него. Пробовать спелый рвать. Вот такой красавчик. Вот, это у самой верхушки, где-то около 2 метров. Еще зеленые, елки-палки. Там более солнечной стороны, более они мягкие, чем здесь. Сейчас сорвем немножко. Такие красавцы. Так, ну, урожайность, вот видите, какая, как бы хорошая. Я бы сказал, даже отличная. Сейчас чуть-чуть нарвем. Попробуем на вкус его. Вот это мягенький. Опа. Сорт очень ароматный. Вот я около дерева хожу и слышу прям явный аромат персиков. Такой вот пахучий. Более спелый. Вот это вроде. Держится хорошо. Так сильно еще не сорвешь. Ну не все еще спелые. То есть он получается только начал. Такой сорт. Так, сорвал я вот персиков чуть-чуть, самых спелых. Сейчас посмотрим, какой у них вес в этом году. Так, такие самые большие. 188 грамм. 183 грамма. До 200. Но средний вес у них где-то
130-150 грамм. 156. 162. 147. 153. 132. 141. Да, средний вес 140, я так понял, 150 грамм, плюс-минус 145. Отдельные крупные, вот самые большие, 183, 198, 189, то есть, вот такие, класс, он в ладошке такой вот, красавец. Сейчас разрежем, посмотрим, какой у него. Интересно, мякоть, косточка, вкус. Так, сейчас разрежем его. Мягенький взяли, такой плод. Хрустит. Сейчас посмотрим, как косточка, но она у него не отделяется вообще. Не, не хочет. Вот такая вот сочная мякоть, просто класс. Ну-ка сейчас надавим, покажем, сколько сока в нем. Ой, какая она красивая. Сока видно, что просто. Не, я его хочу попробовать. Вот это кондор. Это кондор. Вот это супер спелый плод. Ну, желтая мякоть, косточка отделяется. Ну, вот так вот. Хреновенько, я бы сказал. Отделяется она. Сейчас попробуем вкус. Блин, сладкий-сладкий, как мед вообще. Так он, я ем, а с рук течет, не давлю. Все течет, уйма сока. Супер сладкий вообще. Сорт очень достойный по вкусу. Сейчас еще один попробовать разрезать. Спелый-спелый. Ой, камера. Да. Красивый цвет, чистый цвет мякоти такой, желтый. Ну, дольками вот так можно резать, в принципе. Так и отделяется косточка. Оно идет. Что тот, прекрасно. Режется и по вкусу. Да, так если резать, отделяется косточка. В принципе, более-менее. Короче, сорт шикарный. Обязательно, у кого нету в саду, кто любит персики, кто выращивает персики, посадите. Будете очень довольны этим сортом. Не разочаруйтесь в этом сорте. Это 100%, я гарантирую. Ну, такой небольшой видеообзор про сорт американской селекции персика кондор. Кому понравилось видео, обязательно ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание. Всем пока.